сварил вот эти уголки, если видно, вот такими перемычками. А дальше буду вырезать вот это все дело, а там потом тоже, когда вырежу, приварю тоже несколько штук таких. Здесь все убрано, крыши, потолка нету и открытое небо. Сколько света, какая красота! Такую крышу расширяю, уже окно, значит, пропилил так, пропилил вертикаль. Вот уже часть вывалил. Слава Богу, ничего не падает. Вот это уже сейчас мы вот туда выбросим. Все отлично. Проем вот такой широкий. Подготовили мы поверхность. Будем покрывать мастикой. Вот. Это не реклама. Просто вот такую я купил. И вот Виктор пытается ее взболтать. Все, уже взболтал. Николай уже мастикой покрывает пока бордюр. Ну а потом все остальное. Вот. Покрываем пока верхний слой, потому что здесь тоже будет рубероид, само собой. Пока я здесь занимался, можно сказать, ерундой, а Виктор уже тут две трети все покрыл этой битумной мастикой. Вон тут осталось на полчаса ему работать.